지금 너무 잘해요, 지금. Спасибо Мише Маховичу, Мите Злодееву и Женьке Билову, что они поддерживают нас сегодня. Thank you.
группа Ёшкин Кот. Братцы, немножко мы, конечно, затянули первое отделение, но вот сейчас буквально 10-12 минут сделаем перерыв. Так сказать, самые стойкие остаются с нами. Перерыв небольшой, я просто хочу сказать о том, что там продаются книги нашего замечательного друга, художника Марка Копелева, имя которого многим здесь присутствующим о многом говорит. Совершенно замечательная книга, фотографии, очень смешно рассказано. История жизни нашей нью-йоркской эмиграции. И естественно, что все сегодня купленное пойдет то же самое. Эти деньги пойдут на памятник Сереге. В общем, братцы, перерыв, Андра. Спасибо.